Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Blackview Tab 13. И сейчас я покажу вам, как помочь нашему устройству работать быстрее. Итак, работа вашего устройства могла замедлиться, потому что у вас забита память. Поэтому с этим сегодня мы будем работать. Открываем приложение «Настройки». И здесь у нас есть раздел «Хранилище». В него мы и переходим. Что важно знать, так это то, что память должна быть свободна минимум на 30%. То есть нельзя, чтобы память была занята больше, чем на 70%. У нас занято 13%, так что это очень неплохо. Если у вас занято больше, то можно нажать «Освободите место». Нас перекинет в приложение «Files». Можно нажать «Продолжить». Здесь мы можем... У нас тут сразу будут показываться ненужные какие-то файлы. Мы можем нажать «Освободить», нажимаем «Удалить». И таким образом удаляем ненужные файлы. Также здесь будет предлагаться удалить какие-то большие файлы и ненужные. И там ненужные приложения какие-то тоже можно будет поудалять, если вы ими не пользуетесь. Далее. Также здесь мы можем посмотреть, что как у нас... чем у нас занята память. И также у нас здесь есть функция менеджер хранилища. Очень удобная вещь. Мы ставим здесь галочку, включаем. И теперь память устройства управляется менеджером хранилища. Что это значит? То есть менеджер хранилища будет удалять фото или видео, на которые у вас уже есть резервные копии. И здесь можно выбрать добавленные более 30 дней назад, 60 или 90. Я выберу 30. Вот. Но единственное, очень важно, конечно, включить резервное копирование. Для этого мы переходим в раздел «Система», выбираем «Резервное копирование». И здесь оно у нас уже включено, но для фото и видео как раз-таки отключено. Нажимаем «Фото и видео», ставим тут галочку. Нажимаем «Включить автозагрузку». Таким образом мы включаем резервное копирование. Вот. И что еще мы можем сделать? Как я уже сказала, это поудалять ненужные приложения, которыми вы не пользуетесь. Вот, ну и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.